На Кубани проходит неделя популяризации грудного вскармливания. Она призвана обратить внимание мам на естественную форму питания ребенка с момента рождения до грудного возраста. О пользе идеальной пищи младенцев рассказала заведующая акушерским отделением городской больницы Анапы Олеся Низовцева. Грудное молоко само по себе имеет очень уникальный состав и очень полезно для малыша. Поэтому мы не рекомендуем использовать заменители грудного молока, смеси молочные, детские, только при острой необходимости и по жизненным показаниям для ребенка. Оно стимулирует иммунитет, налаживает микрофлору кишечника, формирует здоровую микробиоту в кишечнике для того, чтобы у малыша не было проблем со стороны желудочно-кишечного тракта. Никакие соски, никакие пустышки не могут способствовать формированию правильного прикуса, кроме как сосание женской груди, потому что это физически тяжелый процесс. Это для ребенка дается довольно сложно, это занимает длительный период времени, но в то же время направлено на то, чтобы мама была больше по времени и рядом с малышом и способствовала его психоэмоциональному состоянию, комфортному. Грудное молоко способствует и является профилактикой развития аллергических реакций у ребенка. Есть исследования, которые говорят о том, что грудное молоко способствует и умственному развитию у малыша, снижает риски у ребенка развития сахарного диабета, ожирения. Поддержание гормонального фона на фоне грудного вскармливания это очень благоприятно для женщины, ее для гормональной и сердечно-сосудистой системы. Мы всегда с каждой женщиной, еще начиная уже в родильном зале после рождения ребенка, все эти вопросы обсуждаем и всегда помогаем в период нахождения ее в акушерском отделении моментом прикладывания к груди, способом кормления, выбора удобной позы для кормления. Наши специалисты в школе матерей, в женской консультации, работают консультанты по грудному вскармливанию, то есть периодичностью проводят лекции, обучают также правильному прикладыванию к груди и сохранению на длительный период времени лактации.